Надо выяснить, не занято ли противником вон та опушка леса. Мельников, Алиханов, вы пойдете по правому склону вон той сопки. Вот сюда. Яблочки, вы пойдете на это дерево. Мы пойдем по этой тропке. И это полком. И не забудьте маскироваться. Понятно? Понятно. Понятно. Исполнять. Есть, 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 есть. Ну-ка, дай сигнал. Так. Я думаю, противник сейчас будет выяснять, не занята ли нами опушка леса. Ну, конечно, товарищ братья. Передайте Фомину, чтобы он легонько раскрыл себя и отошел на нас. Есть. Только чтобы поменьше шуму делать. А то противник сразу поймет, что мы его обманываем. Есть. Шуму, шуму не делать. Сигнал. Что это кукушка раскричала? Узнаю по почерку Комарова. Точно. Кошкин. Есть. Этой тропкой не пойдем. Возьмите право. Что вы там видите? Много комаров, товарищ командир отделения. Вот я и говорю. Комаров видит, как вы ветки двигаете. Ну, понятно? Понятно. Скажи, пожалуйста, ветру нет, а елочка так и колышется. Передать на правый фланг, чтобы выдвигались вперед до большого валуна. Есть! Ишь ты, куда хватили. Сразу узнаю почерк Петренко. Так, так. А все-таки я его накрою. Сигнал. Ага, опять кукушка. Так и есть сигналы. Отходим налево к сопке. Все равно я тебя накрою. Кошкин! Я! Останьтесь здесь и откройте огонь для отвлечения внимания. Есть! Со мной! Да никак я тебя в плен взял. Ты? А? Нет уж, это я тебя взял в плен. Скажи. Вон мои бойцы. А где твои? Отстали, да? Ну и Комаров, понимаешь. Да, понимаешь, Комаров. Ну, веди меня. Есть, выполняй. Товарищ пленный, садитесь. Жуков, сохраните маскировочное дерево. Оно еще нам пригодится. Есть, сохранить маскировочное дерево. Двадцать часов ноль ноль минут. Мною взят в плен командир отделения синих. Петренко. Андрей, никаких разговоров. Вы военнопленный.
держи! Держись за коня! Быстрей! Больше ничего не слыхали? Черт его знает. Пакет и сумка. Сумка, пакет. Плохо, что ли? На сумку-то он успел передать? Не видел. Вероятно, не успел. Да погоди, сейчас. Кто это? Жена. Здорово, промокли? Не важно. Что вам известно о табуне? О каком же здесь? Соседний полк направляется в табун, а метеорология об этом ничего не знает. Это очень важно. Связано с мобилизационной готовностью полка. Да, но... Нужно табун уничтожить. Легко сказать. А что, опасно? Щуп! Разве? А нам за опасность деньги. Да что вы мне еще про деньги говорите? Надежно. Идеи можно изменить, а расписка в получении денег никогда. Понятно? А при чем тут сумка командира? Батя, соображайте быстрее. В этой сумке, возможно, сведения о табуне. Недаром этот командир так беспокоится о ней. Вот что, отправляйтесь на его поиски. Да вы что, смеетесь, что ли? Где же ты его и найду? Где хотите. Вы знаете, я разговоров не люблю. Живого или мертвого, но с сумкой. Да, ну... Это вы, Федор Иванович? А, Лида, вернулась? Да, не смогла домой добраться. Не погода, а наказание. Кто это? Молодая специалистка. Чудный ответ. А что эта молодая специалистка знает о вашей второй специальности? Ну, знаете, я еще с ума не сошел. Разве? Я думаю. Спасибо и за это. Вот что, если она меня заметит, скажете, что я инспектор полисничества. Ступайте. Собака не тронете. Я завтра зайду. Отправитесь на поиски командира подделения Петренко и Комарова. Возьмите двух бойцов. Проведите разведку в районе Кабаньего лога. Выезжайте немедленно. Есть! Ну, счастливо. Боже, кто это? Это не важно. Человек тонул, едва выбрался. Мы ему помогли. Ну, давай, скорее подружку. Это командир отделения. Комаров. Я его знаю. Анна Григорьевна, где наш отырный спирт? Это чертова сумка. Дьявол. Скажите, что это за человек, с которым вы стояли во дворе? Откройте. Человек? Это инспектор лесничества. Очень милый человек. Товарищ полковник, командир отделения Комаров вез пакет штаба дивизии. При попытке переплыть Муравьевскую протоку, судя по обстановке, погиб. Я ехал ему навстречу, но не сумел оказать помощь. В последний момент он успел передать мне сумку. Давайте.
Ну что ж, раз познакомились, заходите. Зайду. Я тоже служил кавалерии. Обязательно зайду. Обязательно. Заходите, заходите. Сейчас. Да нет, это не надо. Вот немножко да ничего, ничего. А вы за вашего врага не беспокоитесь. Ну еще бы, потерять такого коня. Сейчас. Да, нет, бросьте, хорошо. Ничего, найдется ваш ураган. Спасибо, спасибо. Ну, вот. Хорошо. Тут я вас так не отпущу, поешьте на дорогу. Благодарю. И сколько вам еще пешком идти? А вот тем более не могу задерживаться. Ну, до свидания, Лида. До спасибо. Свидания. Подождите. Что? У вас нитка осталась. А, это ничего, это ерунда. А я и не знал, что вы родственница этого метеоролога. Какой вы, однако, рассеянный. Я же вам в прошлый раз говорила об этом. Ах, да-да, совершенно верно, что вы... Что вы стажерка, а... А к метеорологу ходите на практику. Совершенно верно, забыл. Врага, врага. Ну, дорогой. Я. Ураган? Он там. Сам прибежал. Ну, с таким конем и в тылу и на фронте не пропадешь. Правда ли, да? Ну, я поехал. Действительно умный лошадь. А, конь вы хотите сказать? Простите, а что у вас полку, они все такие умные? Кто? Лошади, простите, кони. Конечно, все. А впрочем, у меня особенный конь, моего воспитания. А что в нем особенного? Мой конь только алгебры не знает. Да, ну такой действительно особенный. Смотрите, цветы ест. А это не цветы, это трава. Трава. Это же даурская лилия. Лучший цветок нашего края. Ну, я вижу, в растениях ничего не понимаете. А зря. Так и без этого пропадешь. Пропадешь? Пропадешь. Ты слышишь, ураган, какого у нас с тобой здесь мнения, а нечего сказать. А к урагану не относится. Ах, не относится? Ну тогда ешь, ешь, ураган. Поправляй. Нет, нет. Только не это. Ураган. Это же даурская лилия. Лучший цветок нашего края. А вы способный. Возьмите. Ураган на ужин. А вот коня бояться не следует. Ну, я поеду. Да, вы, наверное, ездить-то не умеете. Скажем, не умею. Что ж тут особенного? Да нет, ничего, просто так. Я... Кавалерист был лихой. Красоту любил соблюдать. Если бы не погиб, стал бы капитаном. Плохо маскируется. Тень видна. Ну,
Ну, где пропадал? Задержался. А что это весь оборон? Не дело, товарищ командир. Быстро переодеться. Есть быстро переодеться, товарищ командир. Вот он. А что это ты мои вещи пораскидал? А, это я здесь порядок наложил. Эх, жалко, я над тобой власти не имею. Я бы твой характер заодно привел в порядок. Что сказал? Характер твой бы привел в порядок. Ах, вот что. Интересно, как это у вас получилось бы, товарищ командир? Все. Как-нибудь уж что ты получилось бы. А ты все-таки моих вещей не порти. Ну-ка, приведи ее в нормальное положение. Ну, расскажи, как выбрался? Да так, выбрался обыкновенно. Это хорошо, что ты выбрался. Ну, конечно, хорошо. А конь? Что конь? Конь в порядке. Хороший тебе конь. А ураган? Еще бы, лучший конь. Ну, положи мне лучший. Давай оставим. А что, твой конь? Значит, выбрал. Угу. Зажигалку посеял. Да мне двое помогли. Старик и одна девчина. А кто ж тебе эту розу подарил? Старик чи девчина? А что этот Комаров? Понравился Лиде? Или чего доброго она ему понравилась, а? Господь с тобой, Федя, откуда я это знаю? Должна знать. Ты ведь вылитая Богородица. Тебе верят. А нам это может пригодиться. Понятно? Давайте я постираю. Ну, ну, стирай. А мне в колхоз пора. Анна Григорьевна, а вы мимо лагерей не пойдете? А что? Здесь Комаров зажигалки забыл. Дайте с меня смесять. Давай. А зажигалку? Что за зажигалку? Ну, проще зажигалку отнести. Ну, да, лучше. Лучше. Ну, вот, чтобы он сам пришел, да? Анна Григорьевна. Эх ты, отнесу, отнесу. Товарищ дежурный, вас ждет какая-то гражданка у входа. Гражданка? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. От Лиды. А, благодарю. Что ты сегодня такой грустный? Да как тебе сказать? Не могу объяснить. А ты напрямик. Как напрямик? Так, прямо через водоворот. Ты знаешь, что тут есть метеостанция? Ну, знаю. Так вот, там работает одна девушка. Стажерка. Зовут ее Лида. Ах, Лидой? Да. Нет, не знаю. Интересно, интересно. Ну, вот как-то на днях я оставил у нее зажигалку. Скажи, пожалуйста. Но она мне об этом написала. Ну, в общем, в воскресенье ждет, что я заеду. За зажигалку? Ну, конечно. Тогда я тебе советую заняться. Спасибо за совет. Почему? А наряд на воскресенье ты будешь нести за меня? И тогда визит не состоит. Вот именно. А Лида будет ждать, ждать. В том-то и дело.
А тебя все нет и нет. Вот и оно. Она ужасно обидится. Что-что? Ужасно обидится. Ну еще. Вот положение, понимаешь. Смысл приказа ясен? Да, товарищ полковник. Имейте в виду, все должно быть наготове. На Верховьях идут дожди, могут быть разливы. Провести табун в таких условиях дело сложное. Товарищ полковник, разрешите мне лично выполнить приказ. Очень хорошо. Помощником товарища Рубинина выделите одного из своих младших командиров, отлично знающих местных. Есть, товарищ полковник. Так как? Я буду взять самых крепких бойцов. Сами их подберите в своем отделении. Есть. Предупреждаю, час выхода и назначение табуна — военная тайна. Разумею. Так в 19:30 едем. Есть. А вы уверены, что будет наводнение? Да ведь я же метеоролог. Впрочем, дело не в наводнении. Это у них предусмотрено. А есть штука, которую они не могут предусмотреть. Но почему вы убеждены, что табун пойдет через кедровую пать? Да ведь другого-то пути нет. Смотрите. Что-то я никак не ориентируюсь. Смотрите. Видите, проточный пруд. А вот ручей, а вот кедровая пать. Вы обратите внимание на разницу высот. Вот если мы соединим пруд с ручьем, то у нас получится бешеный водопад. И он зальет кедровую пать? Совершенно верно. Трудно поверить, что этот ручей, да такой пруд могут залить пать. Ничего. С помощью аманала, да еще наводнение поможет. У нас тут природа в увеличенном размере. Разве? Спасибо. Я пойду. Куда? Буду работать. Сегодня праздник работы. А у нас на метеостанции праздник найдется работа. До свидания. До свидания. Слушай, ты не видал здесь Лиду? Какую Лиду? Мне казалось, ты ее знаешь. А, это про твою маленькую брюнет? Нет, наоборот, понял. Здравствуйте, Маша. Что, Лиды нет? Кого? Здравствуйте. Что, жарко? Очень. А кого вы? Вам что? Фруктовой воды. Глютенный, лимонный, смородиной. Что вы сказали? Глютенный, лимонный, смородиной. Лимонный, пожалуйста. Похолоднее. Да-да, клюквенный. Я не пойму, вам лимонный или клюквенный? Да-да, похолоднее. Поголодали? Да-да, поторапливайся, мать. У нас сегодня дело. Где ж ваш это, стажер? А? Сегодня праздник в колхозе, так я ее отпустил. Она придет завтра. В нашем распоряжении 2 часа.
Если мой расчет верен, то они будут в кедровой пати не раньше 5. Глядите, какие тучи идут. Да, как в метеорологии-то. Довольно точная наука. А что, большой табун направляется в полк? Большой. И кони отборные. Лидочка, а как же праздник? О, да ты никак работать собираешься. Сейчас тут настроение неважное. Лучше работать. Ты только не задерживайся, скоро пельмени будем есть. Я вам давно хотел сказать. Что-нибудь о лошадях. При чем здесь лошадь? Ну, вы же их очень любите. Ну, уже скажите мне что-нибудь о вашем табуне. О каком табуне? Ну, хотя бы о том, который к вам сегодня приходит. А кто вам сказал об этом? Я слышала, инспектор Лисичка говорил. Кому говорил? Федору Ивановичу. А что он говорил? Он сказал, что к вам в полк приходят отборные кони. Довольны? Очень доволен. А вы что, здесь? Да, он в гостях у Федора Ивановича. Вы зайдите к нему. Я не сомневаюсь, что вам с ним интереснее разговаривать, чем со мной. Знаете что, Лена? Даю вам слово, с сегодняшнего дня о табуне не говорить. Ладно? Ладно. Только вы не удержите. А вы мне не напоминаете, я удержу. Вита! Иду. До свидания. До свидания. Ну, поехали, врага. Не нравится мне это. Какой лесник осведомленный, а? Все знает, врага. Нет, это мне не нравится совсем, врага. Ну-ка, постой. Лида у нас тут сегодня не в настроении. Да, Лида, что ты нас нет. Приятного аппетита. Я тут свою зажигалку оставил. Да-да, я совсем забыла. Ах, пельмени, вот это да. Пожалуйста, присаживайтесь. Закусите, снайпер. Нет, что вы. Получается, будто я напрашиваюсь на обед. Ну, что вы, пустяки, прошу садиться. Нет, правда, как-то неудобно получилось. Но я вижу, вас не уговоришь. Так. Нет, вы напрасно думаете, что я, может, конфузился или так. Нет, просто не хочется стеснить. Нет, стеснить бы нас не стеснили бы, но если вы сами торопитесь, так... Да нет, я никуда не тороплюсь. Ну, если не торопитесь, то да, садитесь. Как не складно все получилось. Ну, ладно, давайте. Ну, со всеми знакомы. Ах, нет, нет, не со всеми. Познакомьтесь. Комаров, Гаврилов Степан Степанович, инспектор Лисичества. Анна, а ну-ка, подсыпь ему пельменей. Степан Степанович, а ну давай покажем им, на что способны старые таежники, а? А, значит, вы тоже сторожил здешних мест? А вы тоже здешние сторожил? Совершенно верно. Только я теперь редко бываю в этих краях. Вот в прежние времена... Другие времена, другие люди. А вы же не пьете, Комаров, а? А, спасибо, совсем не пью. Давно в наших краях? Да нет, со вчерашнего дня. Только. Пойди, ты меня остынул. А, благодарю. Интересная работа у лесников. Да брось его с ним разговаривать, давайте лучше выпьем, а, Комаров? Стой, интересно поговорить с приезжим человеком. Я и сам немного увлекаюсь вашей наукой.
без нее в тайге пропадешь. Правда, Лида? Да вот, например, карекс лязио карпа оккультанс. Оккультанс? Оккультанс. Ведь этого дерева, кроме как в здешних краях, нигде не сыщешь. Да, это редкое дерево. Подожди, какое же это дерево? Это же трава, а не дерево. Ерунду вы говорите, Комаров. Дерево. Я из вежливости согласился с товарищем Комаровым, а вы так на него пощадно обрушились. Нехорошо. Нужно поощрять первые шаги в науку. Правильно, Степан Степанович, правильно. И ничего смешного не нахожу. Ну, немножко ошибся. Вы знаете, мне с трудом дается эта латынь. Да вот, например, насаждение. Вициамус. Усриель. Вот. Да оставьте вы его, Комаров. Степан Степанович его профессия осточертела. Дайте ему до обеда. Анна, смотри, чтобы не ели. А то Комаров опять пустим научные разговоры. Протестит. Зря, Федор Иванович. Мне очень приятно, что товарищ Комаров со мной беседует. Устаешь в тайге от одиночества. Целыми местами в разъездах. Живой души не увидишь. А мне бы нравилось так разъезжать. Небось, верхом. Простите? Небось, верхом, я говорю. А это, знаете, как придет. К нам как добрались? К вам верхом. Я положу вам сметаны. Спасибо. Спасибо. А я смотрю на ваши сапоги, они все в красной глине. Ух ты. Да нет, вы не беспокойтесь. А у нас такой и глины-то здесь нет. А, нет, извините. Я вот тоже здешний. А у меня сапоги тоже в красной глине. Вот видите? А, да-да-да-да. Есть такая глина в кедровой падине. Ну, хорошее место, красивое. Значит, на прогулку туда а, ходили. Знаете, приходится, значит, мы приходится. Он лесник, я метеоролог. А в сущности говоря, мы оба. Что? Голубчик, слава богу, что Федор Иванович ходит в кедровую падину. А почему? Потому что однажды он пошел туда и вытащил из воды одного командира. Не помнишь, твои милые, а? Меня. Честное слово, я... Молодец, Анна. Руби его, снимай с него голову. А здорово это у вас получается, а? Эй, дорогой мой, ведь я же родился в седле. Не всю жизнь таскал женихов из воды. А ведь благодарить-то нужно не меня, а вон кого. Ну что вы, Федор Иванович, со мной это вышло совсем случайно. Я тогда не могла попасть домой, не вернулась. Я помню, ужасная погода была в ночь на среду. Дождь, разлив, ну ужас, Федор Иванович, ну вы же помните. Да ладно, я уже забыл, что там было, как там было. А я никогда не забуду. Степан Степанович, вы еще с Федором Ивановичем разговаривали во дворе, а я вам кричала насчет погоды, когда возвращалась. Помните? Раз, не помню, а? Да ну. Ведь и соколы орлами полно горе горевать, то ли дело... Встаем, давайте к нашей любимой встаем. Когда будет большая, отдадут тебе траву. Ну-ка, молодежь, подтягивайся. Юноши влюбленных узнаю по их глазам. Забавный народ, а? Да, действительно забавный. Лида, когда это было? В ночь на среду? Ну, конечно. Именно на среду. Да я еще тогда... Значит, Степан Степанович здесь уже 7 дней. Ну? Да нет, ничего. Мне просто показалось, что Степан Степанович сказал совсем другое. Да что же он сказал? Ну, что он только вчера сюда приехал. Разве? Вам! И что? Мой милый, вам послышалось. Ну, конечно, послышалось. Что, я глухой, что ли? Эх, гитары нет. Жаль, нет гитары. Что? Снимай. Мне пора. Ну, куда же вы торопитесь? Степан Степанович, посидите. Я положу вам еще пельмени. Не уходите. Степан Степанович, ну куда же вы? Ужас. Не могу. Наши дни мужчины вечно заняты, вечно куда-то спешат. Но вы-то останетесь, я прошу вас.
Ну, конечно. Да и Степан Степанович останется. Ну, еще 5 минут. У меня к вам просьба. Да-да. О, выпьем с вами. За всех в мире инспекторов лесничества. Позвольте, ведь вы же не пьете, как же. А это зависит от настроения. А, это... Так значит, мне... Послышалось. Ну, чего забавно, а? Лида, вам тоже послышалось насчет 7 дней? Да-да, мне тоже. Вот что, Федор Иванович, мне это надоело. Я честный советский работник. Устал после работы. Я у вас в гостях отдыхаю. С какой же стати товарищ меня подвергает какому-то допросу, что ли? Ну, что вы, ну молодо, зелено, ну что ты? Разве? Куда вы, Степан Степанович? Комаров шутил. Комаров, вы пошутили, правда? Ну, конечно, я пошутил. Степан Степанович, неужели вы обиделись, а? Даже странно. Когда станете старше, молодой человек, поймете. Будьте здоровы. Спасибо за пельмени. Федор Иванович, Степан, что же вы молчите? Да чем тут я? Вы его оскорбили, вы извиняйтесь. Степан Степанович, мне право совестно перед вами. Простите, пожалуйста. Федор Иванович, ну вы же хозяин, ну простите же гостя остаться. Да что ж я его буду насильно, что ли, удерживать? Да я его буду за руки хватать, что ли? Ну, обиделся, ну пускай уходит, оставьте его, милый. Нет, Андрей Григорьевич, что получается? Честный советский работник, у вас в гостях, и вдруг из-за меня уходит. Нет, Степан Степанович, вы не уйдете. Не уйду? Ну, конечно. Пообедаем с вами. А там вместе и не поедем. Дорога все равно одна. Мне еще хотелось с вами поговорить. Поговорить? Ну, конечно. Да я вас просто не пущу. Пустите. Не надейтесь. Надеюсь. Каким же это образом? А вот каким. Лагерь! Табун в опасности! Благодарю вас, товарищ. Товарищ Степанов, возьмите 5 бойцов, отправляйтесь на метеостанцию. Thank you.
случайно, а? А как вы догадались? Ты откуда взял? Прямо из гостей. А это что такое? Да ерунда, царапина небольшая. А ну, снимай фуражку. Ну, быстро. На. А где политрук? Нас разъединил поток. Он, счастью, табуна успел прорваться вперед. Давай руку. Значит, это может и начальник гарнизона вы, товарищ командир. Точно. Держать коней. Ты понимаешь, остров малонадежный. На честном слове держится. Ух, воды-то, воды-то. Оу-оу-оу-оу, товарищ, осторожно, осторожно там. Товарищ Федор, помогите товарищу Жукову. Я подержу. Есть помощь. Вот он, вожак. Вовремя ты схватил его, топ. Не собрать бы нам коней. Ивась, что? Я только что другого вожака схватил. Посерьезней. Враганок. Понял это? Да брось, какого врага? А ты что думаешь, эта водичка сама по себе? Ты как думаешь, долго мы еще на этом острове продержимся? Через час от него одно мокрое место останется. Ух, сейчас все размоет. Слушай, Андрей. Вон течение оттуда. Что, если попытаться крепить остров? Вон с той стороны, там его сильно подмывает. А чем крепить? А вон бревна, смотри, сколько нанесло. А? Все равно размоет. Ну, вы никак пузыри пускаете. Это не годится. Вы хоть кавалеристу, надо приучаться к водичке. Верно, слова балде насчет плавать. Ну, давайте на остров. Надо крепить остров. Ну, пошли за бревнами. Пошли. Пойди ко мне! Вылавливай деревья. Крепи остров. Прямо как на курорте день провел. Сперва вкусный обед с пельменями в хорошей компании. Потом ванная. А теперь физические упражнения на свежем воздухе. Красота. По программе еще шахматы полагаются. Но можно было бы сыграть и в шахматы. Только фигур мало, кони одни. Где ж ты пельмени ел? На метеостанции. Понятно. Гляди. Ну, Ивась, теперь, кажется, пора пуститься вплавь. Дольше здесь не продержаться. А кони? А люди? Коней, конечно, жалко, но люди могут погибнуть. Надо плыть. Плыть? Все не доплывут. Не все так плавают, как ты. Ну, а что же делать? Что делать? Товарищи бойцы! Что, скучно? Неподходящее занятие для кавалерии? А? Кругом вода. Остров наш каждую минуту уменьшается. Получается, вроде как, значит, да не в обиде, товарищ командир. Впрочем, и это не получается. Да, сложное положение. Вот так бывает и в боевой обстановке. Так вот, товарищи бойцы, не сдадим, пока полк не придет к нам на помощь. А он уже идет к нам на выручку. Так что скучать придется недолго, товарищи. Откуда ты знаешь, что полк к нам идет на выручку? Разве может быть иначе? Вы правы, товарищ начальник. Гарнизон. Thank you.
Ты о чем задумался, Андрей? Я? Знаешь, каждый раз получалось так, что если ты синий, то я красный. Первый раз мы с тобой оба мокрые. Я и сам, брат, всегда мечтал о том, чтобы с тобой вместе, с врагом в бою встретиться. Ну вот так и получилось. Враг-то не тот. Вода. Был бы настоящий враг, мы бы ему показали. Жалко, что не придется. Ничего, мы еще повоюем. Повоюем? Повоюем! Взять арестованного под стражу! Петренко! Комаров! Строй! Зовет она к победам и к сражениям, огне всему.